За самоотверженный труд их начали поздравлять заранее. Сегодня в органном зале состоялся праздничный концерт, посвященный грядущему Дню Учителя. Приглашенных педагогов и воспитателей ждали не только номера от певцов и музыкантов, но также их заслуги отметил мэр. Наш город изо дня в день, благодаря вашему труду, становится краше, чище, безопаснее, комфортнее для проживания и инновационнее. И поэтому в канун для учителя я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником и желаю всем добра, личного счастья. Помимо теплых слов, десятки педагогов получили почетные грамоты Министерства образования Республики и грамоты мэра Набережных Челнов. Среди таких и учитель математики 26-й гимназии Любовь Владимировна Баева. Накануне в Казани на мероприятии, также посвященном Дню Учителя, ее заслуги отметил президент Татарстана. За воспитание успешных учеников Рустам Миниханов назвал Любовь Баеву лучшим учителем Республики и вручил ей ключи от машины.